Скажіть, на вашу думку, чи схожа ця ситуація, що весь арабський світ зараз готовий знищити Ізраїль, з тим, що це ми наближаємось до кінця світу і до Третьої світової війни? Ну, это объединение, оно имеет религиозную основу, надо признать, что вот этот исламский мир, он подпитывается своей религиозной основой, которую Магомед Ислам организовал в большом гневе. Он восстанавливал, как бы он такую идею подал, что вот Исмаил-то, сын Авраама, первенец, которому принадлежать должно все, и обетование, и права первенца. А он как бы этот Исаак украл свое первенство, потом еще, когда Иаков делили с Исавом, и тот его тоже обманул. Вот. И поэтому вот эти все наследники, с одной стороны наследники Измаила, с другой стороны наследники Исава, они стали вот такими врагами, которые Израиль теперь должны по своему идеологическому воспитанию должны стереть с лица земли. Вот там базируется идеологическая и религиозная основа их ненависти. И поэтому она сильна именно потому, что здесь как бы присутствует та сакральная, божественная воля. И когда они вот принимают эту веру, для них уже ничего не остается, чтобы их сдерживали и ограничивали. У них нет в идеологии такого даже воззрения, что можно жить рядом с Израилем. Вот если Израиль спокойно принимает, арабы живут в Иерусалиме, арабы живут во всем Израиле, спокойно отдают Газу, они же совсем недавно Газу освободили от поселений своих, от своих там структур государственных, и сказали, все, раз это государство Палестина, мы отсюда уходим, живите. И оставили их на свободе, поставили даже там забор, чтобы туда никто не лез. Но они живут только для того, чтобы уничтожить Израиль. Иран, уж казалось бы, он где, на какой территории находится от Израиля. Но он объявляет на весь мир, главная задача – это стереть с лица земли Израиль, сбросить в море Израиль. Его не должно быть. И этой задачи уже тысячи лет. И поэтому эти войны, которые мы вспоминаем, и 48-й год, и 67-й год, и 73-й год, это все арабы, которые вокруг, объединяясь, пытались противопоставить себя Израилю, но уходили ни с чем. Израиль стоит, потому что это Божий инструмент, это Божий народ, это Божий проект. И это опять мы возвращаемся к тому, что это война против Бога. Це дуже цікава думка, що я згодний з нею, що це війна проти Бога, тому що ми завжди дивимося, да, що це просто війна проти конкретної нації, народу. Але ми бачимо, що навіть християнські країни, як Росія, заявляє себе християнською країною, але вона теж з її вчинків ми бачимо, що хоче стерти Ізраїль чи знищити Ізраїль. Хоча ми розуміємо, що це не бажання простих людей чи віруючих людей в Росії, це політика керівництва Росії. А скажіть, Юрій Кирилич, ви нагадали Ізмаїла, і ця історія в Біблії, в книзі «Буття», це 21-й розділ, коли ми пам'ятаємо, Сара проганяє Агар. Вона з Ізмаїлом йде в пустелю, немає води, він помирає вже майже, і тут з'являється ангел від Бога і допомагає. І ще Бог дає таку обітницю Ізмаїлу, що я зроблю від тебе великий народ. І на вашу думку, от як ви можете пояснити таке рішення Бога створити Да. великий Бог народ від Ізмаїла? что-то, наверное, натворил не то, что надо было. Да. Нет, это факт, который отображает в Писании, не скрывается в Писании. Хотя, если так говорить, что это как бы еврейское толкование истории, то еврейское толкование истории не исключает вот такую позицию или ситуацию, где Измаилу, сыну рабы, обетования от Бога великие даны, и они исполнились. И они исполнились. Мы можем видеть, что этот арабский мир, окружающий Израиль, вот, он не только многочисленный,
он гораздо многочисленней. У него территории невероятно обширные. У него газа и нефти сегодня столько, что они всем миром буквально могут вот так диктовать свою политику, потому что вот все энергоресурсы в их руках. И это исполнение того Божьего пророчества. Но вот когда смущение пришло вот в этот народ, я думаю, что это с Магометом. С Магометом пришла вот эта страсть на уничтожение, ведь он огнем и мечом насаждал ислам, уничтожая христиан Востока. Мы сегодня стыдливо глазки закрываем. Русские православные даже могут сказать, что сегодня ислам к нашему христианству, православию ближе, чем католицизм. То есть это человеческое вот такое безумие, которое вторгается в этот... Но оно раскрывает суть человеческого безумия на самом деле. Как его иначе раскроешь? Но я понимаю, что здесь люди выступают против Бога, даже те, которые исповедуют ислам, когда они поднимают руку на Израиль. Потому что Бог, вот Авраам, Бог Исаака, у них это тоже исповедуется. Авраам, отец всех верующих. Бог Авраама, Бог Исаака, Бог Иакова. Пусть будет Бог и Измаила. Да? Один Бог. Тогда почему вы уничтожаете Израиль? Какая сила вас подвигла на то, чтобы уничтожать Израиль, который Богом создан, который является прямым созданием Божьим? А Измаилу так или иначе уже указана как бы компенсация. Израиль остается на месте, его обетование, его все Божьи благословения с ним, а Исмаилу обетования, они возникают как добавка, как утешение, потому что он изгнан из Авраамова дома. И теперь он встает и убивает Авраама, убивает Израиля. Остановитесь, мусульмане, рассмотрите историю ваших корней и ваших прадедов. Но поскольку дьявольская вот такая зависимость, она охватила даже христианскую часть. Ведь согласитесь, это говорить грубовато, может быть, резко и, может быть, даже для кого-то обидно. Но надо согласиться, что вот Восток православный, он заменен на ислам. Фактически он не устоял, он потерял свою христианскую веру. Именно там произошли вот эти вот и христианские традиции, можно сказать, уничтожены. Россия захватила, пусть там Киевская Русь, крещение, византийские традиции, как бы присоединяясь к истории христианской. Но она захватила уже омертвелую веточку христианства, ту, которая уже, можно сказать, валялась на дороге, потому что уже там ислам господствовал. И теперь мы сюда привнесли. Вот почему коллеги говорят, что у нас ближе ислам, чем католичество. Или взять христианскую историю нашу русскую, когда этот страшный взрыв и раскол Никоньяне, там двуперстия, треперстия, и вот, пожалуйста, те православные жгут буквально избы с людьми. Да, это, конечно, не 21 век, но это оттуда идет то ненависть, та жуткая, страшная ненависть, которую вы там испытали в Буче, или испытали в Мариуполе, или испытали там в других городах, которых стерли с лица земли. Еще никто не знает количество этих жертв, но этот ужасный фашизм, который там творится на вашей земле руками русских православных, он ведь был тогда, когда сжигали этих старобрядцев, выгоняя их со своих жилищ, просто уничтожая их людей физически. Мы эту историческую страницу просто прикрыли. Она очень слишком срамная для нашей истории. Но это история русского православия. Поэтому, когда мы об этом говорим сегодня, вот в этих острых фазах, ну, мы попадаем в просак и зависаем. Как такое может быть? Оно такое было. Оно такое было. А сегодня в нашей, например, истории эти страшные страницы, они поднимаются и восхваляются. Вот мы какие. Вот что мы можем. Повторить можем. Прости, Господи, это только гнев и слезы. Знаєте, ми говорили про Ізмаїла, про Авраама, і, в принципі, вже останні декілька років йде такий рух, є така угода Авраама. І ми знаємо, Америка, і це Трамп до цього долучався, щоб об'єднати Ізраїль і мусульманський світ, саме акцентуючи, що Авраам це батько і для Ізраїля, для євреїв і для арабів. І
Декілька країн відгукнулися, і відносини навіть стали покращуватися між Ізраїлем і ними. Тому, по суті, я думаю, якщо прибрати ідеологію чи диявольську ідеологію, то можна було б легко прийти до миру між Ізраїлем і Палестиною і іншими країнами. І те ж саме я бачу в християнському середовищі. У нас Христос, да, наш Спаситель, він має об'єднувати і тут християни з Росії йдуть проти християн України. Це дійсно ніколи не можна погодитися, що тут є Бог, що Бог може благословляти ці наміри або Росії вбивати українців, або арабам вбивати ізраїльтян. Тому дякую за ваше пояснення, за вашу позицію. Я хочу спитати вас, чи бачите ви паралелі між війною арабського світу проти Ізраїля і Росії проти України? Ну, воєнні дії завжди можна запаралелити. Там і там ненависть, там і там мощь оружия, там і там господство зла і реки крові, і господство смерті. Всегда можно запараллелить. Причины войны, которую развязала Россия против Украины, они все-таки своеобразные, они не совсем те, которые Палестину ведут на Израиль. А там нескрываемое желание уничтожить Израиль. Оно, это желание коренится, как мы уже отметили, в религиозном и в историческом противостоянии этих двух народов, которые вот там еще в именах конкретно где-то были явлены в этот мир и никогда не были примирены. И вот конфликт Украины и России, или России и Украины, он носит другой характер. Украина стала заложником этих амбиций России на право господствовать в мире. Российская власть не скрывала своего желания получить право господствовать в мире, хотя бы на уровне Советского Союза. Когда Советский Союз в лице или вместе с коалицией антигитлеровской получил такое право, мир разделили на зоны влияния. Это была зона влияния Советского Союза, и туда уже Запад не вмешивался. Надо заметить, когда было подавлено восстание в Будапеште, советские танки вошли, сделали, что хотели, раздавили все, что там было, и Запад даже не пикнул. Когда в Чехословакии, это Пражская весна в 68 году, и советские танки вошли, раздавили так вот публично, демонстративно, и Запад не пикнул. Это могли частные только лица там какие-нибудь высказывать вопросики. Но это было именно продолжение той политики разделенного мира. Это территория влияния Советского Союза. Да, на Востоке там борьба была. В Корее была война жестокая, до сих пор осталась в Корее разделенная. Во Вьетнаме война была жестокая, и там это то же самое боролся Советский Союз с Западом. Там не было территории, которая была разделена официально, но поэтому там была война. И вот сегодня Россия претендует на те же права Советского Союза, на мощь, на власть, на господство. Вот. А мир уже вкусил, что такое господство социалистической идеологии. Мир уже пожил. Поэтому Европа, например, только советские войска вышли из Европы, и весь Восточный блок, Варшавский договор так называемый, они мгновенно вошли в Европу и вошли в НАТО. Их никто туда не заставлял, не гнал и не тянул. Они убегали от влияния Москвы. Они вот так вот наелись этого влияния. Так же, как и Советские республики, Латвия, Литва и Эстония. Они успели вырваться, потому что они все-таки имели историю свою от 40-39 года, независимость имели. Вот. А эти республики, которые были в составе СССР, да, они получили как будто бы незалежность, но тут еще рука Москвы держала их крепко. И когда прошли эти годы разрухи, когда прошло вот это состояние расстройства, амбиции властвовать они возобладали. Но они никогда не исчезали, они были всегда. И всегда были. И в Средней Азии, и в европейской части, Украина, Молдова, Беларусь, вот. Беларусь сама проявляла больше, так сказать, влияние, тяготение к Москве. Она сегодня практически независимость свою потеряла. Абсолютно. Украина борется ценой величайших жертв, но сдаваться не хочет. Поэтому Россия претендует на роль второго, так сказать, господина, гегемона в мире. Вот. Но она не понимает, что таким путем борется,
которым растратила свой весь потенциал. Растратила потенциал, который мог у ней быть, как у державы, историей мощной, экономикой мощной, и признание которой даже за победу в Великой Отечественной войне все-таки в мире существовало и существует. Но сегодня она приобрела образ агрессивного монстра, неспособного на договоры, неспособного на рассудительные и добропорядочные отношения, неспособного поддерживать даже свои собственные обещания. Ведь, понимаете, сидели с Украиной, договаривались о том, что ядерные вооружения Украина передает в Россию. Англия, США и Россия. Здесь, значит, высочайший акт признания России как государства, у которого есть разумная власть, у которого есть по-настоящему сегодня современные понятия развития мира, их признают как свою. Россию, Америка, Англия и все прочие западные страны признают как свою. Они их пускают в семерку, делая ее восьмеркой. Они заключают здесь договор о том, что ядерное оружие нужно в Россию передать. И уговаривают Беларусь, передайте. Уговаривают Украину, передайте. Уговаривают Казахстан, передайте. То есть, когда Путин встает и рассказывает, что мы, вот, Запад нас хочет поработить, хочет отобрать, хочет нас унизить, надо быть честными. Вот тут Россия сидит, и ей передают все вооружения, не только там бомбы в штуках, но и носители, передают России знак высочайшего доверия, фактически признания его своим игроком на этом поле. Но Россия захотела большего и пошла воевать. Пошла воевать. Это опять человеческий фактор. Это амбиция одного человека, у которого, как говорили классики, власть развращает. А абсолютная власть развращает абсолютно. И вот тут этот разврат этот проснулся. Понятно, что он не один, а не в одиночку развивал эту модель. Вокруг него политологов и целых институтов и Азии, и Африки, и Америки, и Канады. Они же то же самое свой хлеб отрабатывали. И для России вот эти вот территории, на которых она хочет господствовать, они оправдывали и историей своей, и оправдывали своими амбициями, и оправдывали даже своим нежеланием подпасть под влияние Америки, потому что там тоже горделивое чувство не может смириться. Как это, мы будем под управлением Америки, что ли, жить? Не будем мы под управлением Америки жить. Вот и пошла война. Америка, если по-честному признаться, управляет, но управляет она все-таки разумно, как и любой здравомыслящий у нас в стране, может быть, прокурор, полицейский, судья, когда они разумно, то они нам нужны. Они нам нужны, они помогают разрешить конфликты в семье или в городе. И в мире нужен такой жандарм, если сказать. Вот. Организация Объединенных Наций даже без такого вот мощного кулака, она ничтожна и не способна. И мы видим, что сейчас она может сколько угодно выпускать деклараций тысячами. Но ни одна из деклараций не работает. Палестина ведет войну с Израилем вопреки всем декларациям. И когда этой палестинской организации в 1948 году дали то же право, как Израиль, организовывать государство, вот здесь, на этой земле, вот здесь палестинское государство, вот здесь еврейское государство. Еврейское государство 70 лет отпраздновало, а где палестинское государство? Оно до сих пор не создает государство, оно ведет войну. Ой, брат мой, это тема, которая нам никогда не кончится, пока не кончится жизнь на земле.